Масштабный пожар в центре Киева. Возгорание произошло в старинном трехэтажном здании бывшего центрального гастронома на пересечении Богдана Хмельницкого и Крещатика. Причина возгорания выясняется, однако есть предположение, что оно умышленное. Пострадавших нет. Пожарные службы до сих пор пытаются погасить огонь. На первом этаже здания расположены аптеки, кафе и несколько магазинов. Сгорело все. Был эвакуирован и Печерский райсуд Киева, который находится в соседнем здании. Розповсюдження вогню на прилеглі будинки немає, ну загроза така існує. Будинок горить, все, що там знаходиться, там будинок старий, дерев'яні перекриття, і все це, звичайно, воно сприяє поширенню вогню. Немає постраждалих. Пожар розпочався в 17:00 приблизно, 17:03. Площа приблизно 1000 квадратних метрів, рівень пожару 1 біс, задіяно близько 24 екіпажі, більше 100 людей.